Всем привет! Вот приехал снова на лодочную станцию. В этом году второй раз уже. Воды уже поменьше. Покидать магнит. Так что, ну сейчас начну. Будет что интересное, включусь. Как обычно на этом месте патроны. Старые, уже подгнившие. Ну что-то такое. Либо карабин, наверное. Вряд ли от калашников. Лет 30, наверное, пролежали, 40 с 90-х. Так, и еще какая-то непонятная штука. Похожа на щеколду старинную. Что-то такое. Это фигня. Так, а так по мелочи попадается. Ничего интересного. Так, еще мелочевки поймал. Круг какой-то металлическую спицу, кусок какой-то цепи с крюком, тоже все очень старое. В этот раз ничего интересного, мелочевка всякая, кусок плиты, конфорка и какая-то штука от мопеда, наверное. Или от мотоцикла. Переключение передач, наверное. Так что вот так вот, ничего такого. Все старое, обычное.